крокодильские тигры и львы. Правда ли вы с детства хотели вот эдак гнуться, как виолончели? Подлостью плюясь, прославлять любую власть, а власть вдруг поменяется, и что тогда получается? Как бы и ваши ноги с криками «О боги!» в эту яму не соскользнули, когда прежние времена вдруг минули. Так что будьте осторожны, пореже выставляйте свои рожи, попробуйте рассмотреть